посмотреть статистику по первому периоду. Очень серьезное преимущество на точке выбрасывания у шведской команды. И учитывая, что шведы и так, и по игре, и по уровню игроков имели бы преимущество во владении шайбой, вот сейчас, в моем понимании, это одна из основных задач для финской команды. Собственно говоря, не отдавать шайбу шведам с начала, со вбрасывания, а постараться забрать ее под свой контроль и, по крайней мере, там, продвинуть ее вперед настолько, насколько это возможно. Это уже должно немножко